В Самарской области в ближайшие годы может появиться библиотека эмоций. Вместе с книгами читатели получат те ощущения, которых не хватает в жизни. Это лишь одна из стратегий, которые обсуждали сегодня на совещании в областной библиотеке. Там подвели итоги работы за прошлый год. Кто в Самаре читает больше всех и какие книги самые популярные, выяснила Ася Кандаурова. В начале встречи небольшой экзамен для директоров библиотек, что они сами прочитали за последнее время. Пауло Коэльо, Дина Рубина, научная литература. Многие книги, рассказывают сотрудники, взяли по рекомендации своих читателей. А таких в регионе стало больше. В прошлом году библиотеки приняли больше 1 000 000 посетителей. Особенно популярны детские книги, в магазинах к ним не подступиться. Больше интереса демонстрирует и молодежь. Прежде всего, что привлекает читателей, молодого читателя, я думаю, в те библиотеки, где есть стратегия развития открытой библиотеки. В Тольяттинской библиотечной корпорации нет читальных залов. В любом зале можно взять любой документ домой, если есть желание. Если нет желания, его можно отсканировать, откопировать, сфотографировать бесплатно на свой гаджет. Для самих библиотек год прошел в рамках реализации новой концепции развития. Ее цель – понять, какая библиотека нужна людям через 20 лет. Библиотека – музей, библиотека – эмоций. Человек двигается постоянно, нон-стоп работая, пытаясь занять какую-то нишу в этой жизни, и у него не хватает времени на то, чтобы получить какие-то человеческие жизненные эмоции. И библиотека посредством книг, посредством той атмосферы, которую она создает у себя в библиотеке, она создает такие условия, чтобы человек эти эмоции, нужные ему, получил. Другие важные направления – сохранять национальные литературы, а также продолжать сбор материалов, посвященных войне. А уже сейчас вся библиотечная Самара готовится к Всероссийскому конгрессу, который пройдет в конце мая. Это масштабное событие соберет представителей 70 регионов, которые обсудят дальнейшее развитие библиотечного дела. Ася Кандаурова, Сергей Александров. Новости губернии.